снести, по-моему, две сишки надо или сколько, или больше. А ну давай посмотрим, подсадиться сможем. Не, подсадиться да, сюда сможем. Это легко. Че, попробуем? Давай, кидай ставится сишку. А сишка, она приклеивается или что? Да, приклеивается. Так, все, пойми. Там две сишки нужно, две сишки, ребят. Нет, а стенка же наоборот стоит. Я стесняюсь спросить, вы возле дома, да? Да. Да. Поэтому я не перенес стекло. 225, а, да, нужно. Почему нет? Отдай. Лоб зона тебе включен, давай, сейчас. Давай, кидай еще. Кидай. Надо было тебе сразу этому кинуть. А какой ник, я не готовь, грану. Готовь сразу. Террорист. Да все, я уже. Давай-ка, ну-ка. Жду. Готовь сразу, если что, он будет там. Добрый день, скажешь. Ту. Опа-на, здравствуйте. О, мы как это раз... Это лестница! Блядь, сундук сломали, давай, короче, пацаны. Да. Прыгай. Все. Нет, знаешь, как сделай? Поверни спиной туда. Спиной к нам. И лицо вниз, короче. Спиной к нам. И встань, да, лучше встань. Блин. Ты сможешь? Присядь. Двое будет там. Нет, встать надо, встать. Окей, вот, я встал, надо. Все. Вот. Так, подожди, вот, все, сейчас подожди, еще чуть-чуть. Че вы там своим пердаком делаете, твари? Сказали отвернуться. Это у тебя маленькая дырка. Сейчас пошире сделаем. Чего? Все сделал, пошли. Тихо, я сейчас твой злой. Ой, вы что, это шкан, подойдите к стене еще. Сейчас. Че у вас дырки такие маленькие? Присядьте. О, господи. Все, вставайте. Да и вот вы китайские. Вот ты рахит, а. Вот ты рахит. Пацаны, вы что там делаете? Рахит попасть не может. Зачем ты подходите, а? Встаньте. Что за манипуляции? Сядь, встань, прыгай. Ой, господи. Короче, лута до хрена, давайте один дом сделаем, а ты его поделит как. Давайте. Да ё-моё, вот ты рахит, не можешь встать. А, бля, сука. Вот рахит, залез! Господи, давай, один стоит, один сидит, все. Теперь начните оба прыгать и все. Зачем вы отходите? О боже. Пацаны, короче, твою сишку, это самое. Все, залез, рахит. Вот рахита! Боком прыгни, ёпта, блядь. Давай! Боком прыгни. Ой! Сели, встали, ты определись уже. Давай я залезу, а? А ящик мне на глаза будет? Нет, нету ящика. Кстати, еще раз, все, в чем, будем это самое, взрывать, там еще одна дверь есть. Ну давай попробуем, да. Посмотрите там, посмотрите, что там они. Ура! Да ну, этот ракет запрыгнул, блядь. Ну когда я попробую залезть, а? Так, ага, что мне взрывать? Да, идем дверь взорвем. Отходи, а то сейчас тебя кинут. Сейчас. Ой, лучше сейчас отбегаем. Сейчас зайди. Отлично, сейчас, ну. Китайская сишка. Погнали. Все, работаем. Такие. О, печки, блядь. Сосок и жир. Ломай, я сейчас земле проход сделаю, блин. С4 ломать ящик. Ящик. А нет, еще можно этим руками сломать. Так, я это забираю. Блядь, я не могу, надо 90 секунд подождать, чтобы вам это сделать. Вставай, да я попробую, блин. Мне интересно, что они там делают. Прыгай. О, все, я залез. С первого раза, мать его, раза. А ну попробуй за ремонт. Так, сейчас. Так. Ремовая. Пацаны, я предлагаю построить один дом. О, я могу. У нас леса в лес. А, билдинг 63 секунды. Я же говорю, надо подождать. Отлично. Места нет? Так. Это кто стрелял? У меня есть. Кто-то стрелял.
вообще мы могли бы эту нижнюю стенку взорвать и подняться сюда с этой толпой. Нормально. Зато познакомимся. Так. Подожди, а последний что там? О, подожди, а что это за? Ну, с ящиком. Он пластик. Патроны. О, патроны как раз таки. Лол, мне патрончики нашел. У него ничего нет. Угу. Ну ясно, зачем я туда залазил тогда. 21 секунда, 20 секунд, 19. А чё так темно? Кстати, так, последний. Рецепт копья и рецепт патронов. На 10 секунд, сейчас. О, дай-ка, дай-ка. Разрисуем. Опа, патроны как раз таки мне нужно изучить. 1, давай! Ломай, нахрен. Только шкаф не ломайте. Кто шкаф ты сломал? Блядь, шкаф. Сам ты сказал, шкаф не ломать. А ти, Рахида, а ти вообще не могут ничего сделать. Я понимаю, вам там видно, но мне как-то страшно, темнеет. Все, мы разнесли все. Я снова шкаф сломал, сука. Я мне ещё один разит. Давай, ставь замок. 23 тысячи дерева, 42 тысячи камня. Так, сульфура. Короче, поделим в итоге в конце. Да, пошли. Пацаны, а не вариант лучше один дом построить, второй? Да, построим сейчас. Придем, построим. Я сейчас, короче, тоже домой ТП-шнусь быстренько. Себе положу и скину. Вот я прихерил, короче, я бац такой. Я прихерил, я такой взламываю пароль, думаю, сейчас попаду что-нибудь. Тихо-тихо, он же стены, гляньте, делает какие. Ой-ой, не надо, пожалуйста, такой стены. Не надо! Не говори ему. Придурок! Идиот какой! 500 на 300 променять, идиот! Прикрывайте меня сзади кто-нибудь там, а? Пожалуйста. И без меня подождите, нет, ничего не делайте. А что у него за оружие какое было? Дробаш? Нет. Я не знаю, он мне кажется с болтовки вышел такой. Ты что тут делаешь, дорогой? Трах так. По башке. Он тебя вдох делал? Стоп, ребята. А, вот, все, нашел. Я взламываю пароль пока что. Может 1, 3. 337 228 2228 давай так. Опа, тихо. Подожди. У него вот, Он вот тут стоит. Слышишь, он вот тут стоит, он вот тут. Болтовку пробивает этот. Ну там, не знаю. Сейчас. Давай, ну-ка. Блин, ну предупреждать надо, что ко мне. Сейчас все сишки, да? Да, так, бля, ты... Я не нашел слишком, блядь. Сука, я забыл про нее. Я не принял, типа. Так, я одну сишку сделаю еще. Так, это надо отойти, чтобы принять. Подожди, я тебя не принял. Подожди. Нет, пока не принимай, подожди. Потому что он за сишками пошел. А где у тебя сишка? Ну, куда? Ищи. Он, наверное, чтобы нам железо не досталось там. А, стой, у нас сишек нет, это у тебя. Да. 6 тысяч утащил. Блядь, у вас-то слышит. А чего вы мне это зовут? Тихо. Ты. Ну извиняй. Так, я ТП-6. Ой, я забыл. Так, ТП. А, все, принял. Ты еще меня принял. Ты не подходи к дому, не подходи. Да. А то умрешь. Собака съест. Ой, да я выход палю, если только у него еще где-нибудь. Это, слышь, Рома, тоже. Так, все, принял, все нормально, ребят. Все, я готов. Так. Я злой, я сейчас выйду, я лицо ему укушу. Так, давай, Сережа, короче, тебя ждем и взрываем, да. Так, я знаю, где печка, там надо взрывать, ребят. А у него, короче, он же все, помнишь, он как делал? Он просто пробегал и массово все улучшал. Значит, у него нету этого. Ну, перегородок вот в этом месте, смотри, сейчас ставлю вот сишку вот в этом. Не бегай, мы такие на картонах, ты бегаешь. А может быть это, да. Подсадить до с крыши бабахнуть? Стой, зачем? Да какая разница? Давай, я ставлю. Просто вот убить его легче будет сверху. Так, да пофиг.
Да, взрывай вот эту заднюю. Идите сюда, вы смотрите ко мне. Я курчету взрываю. Вот я ставлю. Да, взрывай. Тихо, тихо, да стой ты, вот. Вот эту, вот, все, я поставил. Бля, на эту. Нормально, все. Я кого-то видел там. Если что, я видел. Меня... Да ёпки, вы что тут стояли? Убили вы его? Убили? Нормально. Такой врывается, блин. Какой же ты лошок, блин. Нормально. Уголь, уголь. Одну сишку уже потратили. О, блядь, ну да. Ой, блядь, 2000 сульфура. 123 МВК, ни хера себе. 23 тысячи ко мне, пацаны. Это вообще как? Че сейчас было? Сейчас построил. Почему я умер? Тут одна две сишки, вот эта штуковина, помните, короче, беленькая. Мясо сейчас похавал. Кто тут? По-моему, у него мало лута. Нет, я собрал у него 23 камней, 123 МВК. По-моему, это сарай, наверное, какой-то вообще. Опа. Самодельный дробовик у него был. Кому да. Резы скинуть, чтобы состыковать? Давай, мы туда, у меня рез. Футболка тут. Может, как-то по... Там ящики, так понимаю, да? Заремовить мы не сможем. Так, подожди, подожди. Уголь я еще у него забрал. Санчик, шоки. Рез подберите. Резы ко мне кидать, я домой сюда. Давай, ты где? Вот, сейчас. На. Вот. Так, вот. Лови, сейчас вот тебе вот. Еще. А вы ее делали. Ключи, откуда у него ключи? Значит, дом где-то с ключом, может, еще вот какая-то. Сарайчик. Подожди, 20 минут, ну, если забитый. А, ключ, это да. Я кожу хоть не кидаю, пацаны, это не у нас нет. Я взял. Куда вы замок? Бля, вы что делаете, пацаны? Да, вы что делаете, пацаны? И дерьмо одно кидаете, места же нет, ёпт. Всё. Да, у него ключей. Конечно, защиту он мощную сделал, от нас. Кодовый замок, кожа. Кожа, подожди, а кто кожу выкинул? Кто такой богатый? У нас кожа 3000, так что не надо. Не, кожа нафиг нужна. И ты говорил, что он по тебе с автомата стрелял? Я не говорил. Я не говорил то, что он с автомата. Я говорил, что-то, что-то типа быстрое было такое. Быстрое? Как он попал вообще с ним? Это... Нет, вот что. У него дробаш был. Вот, вот он. Ну вот этот самый простой. Скинь. Подожди. Так, я сейчас, короче, домой. Хорошо. Пацаны, короче, берите лут, скидайте домой. Похавать это возьмем. Да. Похавать у нас есть. Дайте мне скидь, вот он, я тут сыграю. На, Сережа, возьми лут. А, это мощный дробаш. На, возьми лут, я тебе кидаю, короче. Где? Это самодельный дробаш, ты чё? Он вот так вышел, меня просто убил. Вот. А чё это? От... Бери камни, бери 20 тысяч. Всё, самое, дома я такой сижу такой, он такой выходит, ты чё тут, на? Сейчас домой тогда. Да. Всё забираю. А, мы через 3 минуты, ну ладно. Бля, дай тогда 100, у меня через минуту кидают. Господи, горе-рейдеры, блин. Давай. Топорчики, короче, это крафти топоры. Вот, 200 хп. Раньше было, говорят, этот 120 у двери. Тир 200. Может, ты тоже будешь ебошить? А где этот? Артём? Ой, Ванька. Ванька долбит камень. Дырка уже образовалась. Ну давай, я тоже буду её, значит. У меня их вот нифига. Блин. Я знаю по мне. Не, ну проще, если там с металлом и. Ну самое с металлом, что ты крышница. Нормально, давай.
блин. Сколько осталось? 5 хп. Можешь не трогать микрофон, а, ребят? Все сломали. О, чувак спит. Так, у него стрелы. Говно. Калаш. А слышишь это? Ты же калаш умеешь делать, да? Да. За... Посмотри для него надо. О, винтовку перевели. Винтовку теперь они болтают. Да, это 50 металла и бейте ее. Так, у него тут говнецо всякое. Высоко он там спит. Ткани, да, еще? М? У нас, кстати, ткани носят, да, ткань, ткань, найдешь, него... Да, ткань есть, ткань есть, у него есть ткань. Хочешь идти домой сейчас? Да, я взял, опа, так. Да, ткань возьми, ткань у нас хоть... А, нет, ткань нужна. Сульфур, сульфур, что не берешь? Где, где? А, сейчас заберу, я сейчас все заберу, говорю. Я все возьму. Так, надо общий дом построить. Зачем, блядь, общий дом, если у нас вот здесь? Вот он, ты наш, сноситесь вот в этот. Будет общий. Но вам ящик сейчас. Ух ты, чувак, проснулся, чувак, проснулся. Чувак, проснулся. Ух ты, по мне попали, блядь. Прикинь, в шоке, наверное. Я так хотел одного ножа зарезать, а он из-за пушка вышел. Мне... Бегу на него радостно. А там в шоке. Блин, а я его что, стрелы не забрал, что ли, у него? Блин, я у него стрелы не забрал. Его было... Я не в того даже стрелял. Сейчас понимаю. Я убил его. Господи, вот урод. В смысле? Подожди, я стрелу вытащу из себя. Чё у него с ртом? Да, ты ему насувал пипец как. Мне кровотечение еще плюс. Так, отлично. Так. 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 Король весь тот же самый. Так это дай сейчас, конечно. Вот пистолетик. Кто такой, думаю, бля, сейчас зайду в раз, там, я не зарейдили, тролливали, тут на те, бля. Камень сейчас подберу.